В воскресенье предстоит важное и ответственное событие в жизни страны – выборы главы государства. И пройти они должны без эксцессов и в полном соответствии с действующим законодательством. С этой задачей начал аппаратное совещание губернатор Сергей Морозов. В целом же повестка дня касалась сезонных вопросов. В области началось проведение сельскохозяйственных ярмарок, и губернатор распорядился уделять им особое внимание. Люди не только имеют возможность приобрести самые свежие продовольственные товары, качественные продовольственные товары, но одновременно, я хочу обратить ваше внимание, это своеобразная, в том числе и выставка достижений народного хозяйства. Потому что она как раз позволяет этой ярмарке увидеть то, что мы с вами производим, то, чем мы гордимся, то, что нужно обязательно поддерживать и организационно, и финансово. На наступившей неделе начнется подведение итогов социально-экономического развития области за 2 месяца. Губернатор обозначил необходимость приступить к выполнению инвестиционного послания. Оно направлено как раз на борьбу с бедностью, то, о чем президент говорил. Оно направлено на развитие конкуренции, то, о чем президент говорил. Оно направлено на создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, то, о чем говорил президент нашей страны. В конце концов, оно направлено и на развитие инженерной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, то, о чем говорил президент. На развитии дорожной инфраструктуры губернатор остановился особо. Перед началом нового сезона поступило множество наказов от жителей области. Какие дороги нужно отремонтировать в первую очередь? И план должен составляться с их учетом, подчеркнул Сергей Морозов. От дорог перешли к каникулам. Весенняя неделя отдыха начнется у учащихся 26 марта. Губернатор обратил особое внимание на то, чтобы школьники были заняты на это время внеклассными мероприятиями, а не просто бесцельно слонялись без дела, как это часто случается. В период с 28 марта по 7 апреля во всех образовательных организациях проходит фестиваль здорового образа жизни в Ульяновской области. Тоже обращаю внимание на участие во всех мероприятиях фестиваля наших с вами детей, а еще правильнее, если примут участие и родители. Зима в этом году сильно задержалась, поэтому один из основных вопросов был связан с прохождением отопительного сезона. Значительная низкая температура в ночной период чередуется с повышением температуры в дневной период до -5, -8 градусов по Цельсию. Надо отметить, что за прошедшую неделю сколь-нибудь значимых инцидентов на сетях теплоснабжения, системах теплоснабжения не выявлено. Глубокое промерзание почвы создает сложные условия для проведения ремонтных работ на системе водоснабжения. Поэтому министр обратился с просьбой сообщать обо всех инцидентах в жилищно-коммунальном секторе. Это позволит вовремя перебросить тяжелую спецтехнику и ликвидировать нештатные ситуации. Тем не менее, подготовка к весне идет своим чередом. Противопаводковые мероприятия проходят в соответствии с установленным графиком. Я считаю, что те пункты плана выполняются и мы контролируем. Пока опасения никакого нет, держим на контроле. Но у губернатора опасения есть. И касаются они мостовой, где редкий год обходится без подтопления домов. Однако руководство города пообещало, что в этом году подобного не повторится. Отдельно губернатор остановился на вопросе здравоохранения и увеличения продолжительности жизни. Эти пункты упоминались в послании президента Федеральному собранию. Мы существенно увеличим продолжительность жизни мужчин и прежде всего ставим для себя задачу до 70 лет. Сегодня средняя продолжительность жизни мужчин 66 лет. Губернатор поставил задачу добиться увеличения продолжительности жизни в течение 3 лет. Одной из мер станет продолжение активной борьбы с алкоголизацией населения. В первую очередь с контрафактным алкоголем. Не забудут и о пропагандистской составляющей. В области планируют проведение конкурсов «Трезвый многоквартирный дом» и «Трезвое село». В заключении аппаратного совещания поговорили о предварительных итогах первых месяцев года. Руководитель Центра стратегических исследований Олег Асмус обратил внимание на увеличение долгов по зарплате. По его словам, это главный пункт, с которым в ближайшее время предстоит бороться. Егор Титов, Данил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда.